лишил жизни из-за 5 000. Небольшой долг стал причиной убийства в Махачкале. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 38-летний местный житель, который дал взаймы знакомому. По его словам, он неоднократно просил вернуть сумму, после чего решил поехать к должнику домой и забрать свои деньги. Однако на месте произошла драка. В результате злоумышленник выхватил нож и нанес должнику смертельную рану. Возбуждено уголовное дело.